Самостоятельную часть доклада рекомендуем отводить и 10 минут оставлять на дискуссию. Ну, вот мы, можно сказать, настоятельно рекомендуем, потому что очень хотим поговорить с докладчиком и задать какие-то вопросы, но если по каким-то причинам у докладчика это не получается, ну, тогда уж воля его распорядиться этими 30 минутами так, как он или она считают нужными. Вот, и я с огромнейшим удовольствием сейчас готова передать слово нашему первому докладчику и первому гостю Александру Владимировичу Кравченко. Я сейчас полностью назову ваше учебное заведение, место работы. Да, вы являетесь профессором Байкальского государственного университета, заведующим кафедрой теоретической и прикладной лингвистики. Я очень рада, что Александр Владимирович принял любезно наше предложение, мое предложение поучаствовать лично в моей секции. Я очень горжусь тем, что буду вести секцию с вашим участием. И я хочу буквально несколько слов просто сказать, что Александр Владимирович является признанным исследователем в области языка, философии языка, конструктивного подхода, конструктивизма. К вопросам изучения языка признан западными исследователями, имеет огромное количество публикаций на русском и английском языках. С ним консультируются западные специалисты по вопросу конструктивизма. Сегодня мы немножко упоминали конструктивизм в первой, во второй секции, изучали именно Матураны, Вареллы, а также радикального конструктивизма. Ну вот, может быть, сейчас будет еще повод немножко вокруг этих вопросов повращаться. Все, я умолкаю. Пожалуйста, Александр Владимирович. Вам слово. Спасибо. Спасибо за теплые слова, за приветствие. Я включил таймер свой на 20 минут. Вот. И не тратя лишнего времени, хочу сразу приступить к тому, чтобы поделиться некоторыми соображениями. Ну, тема моего доклада, наверное, известна тем, кто смотрел программу секции. Но у меня подзаголовок, которого там нет, такой: «Мысли скептика об эпохе цифровизации». И я хотел бы начать с того, что вот слова «информация», «коммуникация», «цифровизация» – это слова, к которым мы все привыкли, которые у нас все время на слуху, и мы как-то не задумываемся о том, какие понятия стоят за этими словами, и не задумываемся о важности этих понятий. И самое интересное, что не существует строго научного определения того, что такое информация, несмотря на то, что мы все пользуемся информацией, используем информационные технологии, но строго научного определения того, что это такое, нет. Также и с коммуникацией тоже большие проблемы, потому что вот то понимание коммуникации, которое доминирует в обществе, благодаря в основном и системе образования, что якобы коммуникация заключается в обмене информацией, ну, скажем, мягко так, не совсем соответствует действительности. Вот. И с моей точки зрения, во многом это объясняется тем, что вот эти слова «информация», «коммуникация», они как-то так получилось, приобрели совсем не тот смысл, в каком их, например, употреблял Клод Шеннон, собственно говоря, работе которого 49-го года «Математическая теория связи». И обязано слово «информация» и «коммуникация», вот эти термины, своей популярностью. И надо отметить, что в немалой степени вот такому странному использованию этих терминов способствовали лингвисты, которые навязали обществу, я подчеркиваю, именно навязали обществу представление о языке как о знаковой системе, которая является инструментом, якобы с помощью которого мы обмениваемся закодированными в этих знаках мыслями, знаниями, информациями. Тут ряд этот можно продолжить. И тут необходимо отметить, что вот эта кодовая модель коммуникации, она, по сути, продолжает традицию философии, заложенную Декартом, дуалистическую традицию, при которой язык и разумная способность, способность к абстрактному мышлению, разводятся. Язык представляется или рисуется как нечто внешнее по отношению к человеку,
По принципу мысли отдельно, а язык отдельно. И вот вера в то, что значения якобы содержатся в словах, внешних по отношению к человеку, материальных объектах, неизбежно ведет к объективации знания, с которой мы сталкиваемся на каждом шагу. Ну и, соответственно, к объективации информации, которая тоже начинает рассматриваться как своеобразные материальные объекты. Они, эти объекты, обладают ценностью определенной, но они скрыты где-то там, спрятаны от человека во внешнем мире. Вот. И общество смотрит на них как на своеобразный такой природный ресурс. Вот. И задача видится во многом благодаря идеологам вот этой инструментальной функции языка, а также пропагандистам вот этой идеи цифровизации. Задача видится в том, чтобы обнаружить вот эти ресурсы информационные, скрытые где-то там, переработать их в процессе познавательной деятельности и обратить их себе тем самым во благо. Ну и естественно, что цифровые технологии призваны решить эту задачу самым эффективным образом. Как я понимаю, вот, судя по литературе имеющейся, вот в этом, собственно говоря, и заключается суть формирующейся философии цифровизации. Причем, с моей точки зрения, философия эта формируется довольно агрессивно, а агрессия – это всегда признак, ну, или качество, которое настораживает. И вот я хочу выразить убежденность свою в том, я к ней долго шел, давно пришел, и меня теперь, наверное, невозможно переубедить. Так вот, я убежден в том, что вот эта философия цифровизации основана на одном очень глубоком заблуждении. Заблуждение это сводится к тому, что мы привыкли считать, мы думаем и мы верим в то, что человек разумен от природы, что якобы природа наделила его этим даром, разумностью, и тем самым возвысила над всем живым в мире, в котором человек живет. И в этом опять подчеркну значительная доля лингвистов, потому что когда они последовали призыву Сосюра изучать язык в себе и для себя, как знаковую систему, нечто внешнее по отношению к человеку, да, игнорируя очевидное, что естественный язык – это не предмет, не инструмент, изобретенный человеком, а важнейшая поведенческая характеристика человека, причем человека именно как социального живого существа. Вот, вот они последовали призыву Сосюра, игнорируют вот эти очень важные обстоятельства, да? Несмотря на то, что язык, конечно, можно и нужно изучать именно с позиции того, что это свойство, характеризующее человека как живое существо. И поэтому вот та лингвистика, которая сегодня, ну, я называю ее ортодоксальной, это лингвистика структурализма, лежащая в основе всех образовательных программ государственных. Вот я, и не только я, растет количество людей, которые начинают говорить о том, что вот эта лингвистика, собственно говоря, наукой не является. Трудно назвать ее наукой. Почему? А потому что, изучая язык, мы не должны забывать, что язык – это одно из важнейших свойств, одна из важнейших характеристик человека. И вот если мы будем подходить к феномену человека с позиции теории систем, мы должны задаться очень простым вопросом, который, в принципе, лежит на поверхности. А вопрос этот такой – какова биологическая или, может быть, шире, биосоциальная функция языка как особого вида интерактивного поведения, которое и характеризует человека уникальным образом. Самое интересное, что эту функцию сформулировал Чарльз Моррис еще в 1938 году, вот, в своей известной работе «Основание теории знаков», где он, собственно говоря, определил язык как эволюционное продолжение функции органов чувств. А в чем эта функция органов чувств у высокоорганизованных животных? Ориентировать себя и других во взаимодействиях с окружающей средой. Качественно функцию языка от остальных чувств отличает то, что языковой семиозис, процесс
знака порождения, знака пользования, да, позволяет живому организму, в данном случае человеку, вот в его адаптивных взаимодействиях со средой принимать в расчет те аспекты среды, которые не даны в непосредственном чувственном восприятии. И об этом Моррис писал столько десятилетий назад. И вот, оперируя языковыми знаками, которые отсылают к тому, что не дано в восприятии, или в той области опытной, которую Матурана называет консенсуальной областью первого порядка, человек и осуществляет операцию абстрагирования. И результатом этой операции является абстракция, то, что мы называем понятиями, как связанные с языковыми знаками и разделяемые сообществом представления об окружающем и опытно переживаемом мире. А язык, как интерактивное поведение вот в этой консенсуальной области, становится консенсуальной областью второго порядка, то есть областью языковых взаимодействий как специфических отношений, определяющих способ жизни, который характерен исключительно для человека, для вида Homo sapiens. Другими словами, язык не является продуктом разума. На это указывал еще Вильгельм фон Гумбольдт, если мы вспомним. Разумная способность, абстрактное мышление, развивается благодаря языку как биологической адаптации. И вот это интересное явление, которое мы называем языком, когда оно возникло, появилось, да, оно ознаменовало, собственно говоря, появление вот, нового вида в отряде приматов, который мы и называем человек разумный. Как подчеркивал Матурано в одной своей очень важной статье про биологию языка, случайности эволюции, приведшие человека к созданию языка, являются человекоспецифичными. И вот именно появление языка оказалось, с моей точки зрения, я подчеркиваю, оказалось решающим фактором в развитии нашего вида, как в филогенезе, так и в онтогенезе. Мы, короче говоря, языковые организмы. И мы становимся языковыми существами и живем в этом качестве, в качестве живых существ, в реляционной области языковых взаимодействий с другими и с самим собой. И вот эта реляционная область языка как раз то, что отличает системное когнитивное поведение человеческого общества как живой системы от других живых систем. Иначе говоря, язык делает нас, как живые существа, экологически особенными. Но, и вот здесь очень интересный момент, это лишь часть истории про человека, ну, как я ее вижу. Качественно новый этап в развитии абстрактного мышления связан с изобретением письменности, как системы знаков, представляющих уровень абстракции, но уже уровень абстракции второго порядка. И вот благодаря письменной культуре стало возможным развитие всего того, что принято связывать с человеческой цивилизацией, включая, кстати, и научные и технические достижения, те же самые компьютерные, информационные, телекоммуникационные технологии. Как виды когнитивной деятельности, развивающие интеллект человеческий, чтение и письмо являются важнейшими составляющими системной динамики общества, как эволюционирующей когнитивной системы. А вот философия цифровизации всего и вся провоцирует уход общества от письменной культуры. Мы все этому свидетели. Общество уходит, особенно молодежь, в мир виртуальной реальности, создаваемой техническими средствами, которые являют ему этот виртуальный мир через непосредственные ощущения, через сенсорные модальности в реальном времени. Ну, буквально ткнул разные кнопки. Вот тебе видеоряд, вот тебе звуковая, так сказать, составляющая, там, с чем ты имеешь дело, тут же текст, ну и так далее. И что получается?
вот механизм интерпретации как определение чего-то отсутствующего, не данного в ощущениях здесь и сейчас, а это тот механизм, который работает каждый раз, когда мы говорим, и особенно, когда мы читаем или пишем. И вот оценка возможной значимости, да, вот того отсутствующего для дальнейших наших взаимодействий с миром начинает отвергаться как неактуальный. И вот необъятный мир потенциальных возможностей, в котором существует человек, читающий, пишущий, да, ну, все мы знаем такие понятия, как возможные миры, да, вот, а что такое возможные миры? Это все миры, которые мы конструируем в языке. И вообще языков, миров возможных столько, сколько существует людей, говорящих на том или ином языке. Так вот, вот этот необъятный мир пишущего или читающего человека начинает сжиматься, вот, и он сжимается, ну, как я считаю, еще пока не сжался до этих пределов, но он в этом направлении идет до вот пределов, скажем так, мира первобытного сообщества, которое озабочено было потребностями текущего момента именно, да, того, что здесь, тем, что здесь и сейчас. А это, с моей точки зрения, знаменует начало регресса человека и общества как когнитивных, то есть живых систем. И вот я более 40 лет работаю в ВУЗе, я очень хорошо наблюдаю, вижу и переживаю из-за того, что я вижу вот эту динамику регресса, причем наблюдая каждый день. Но я думаю, вы с этим тоже сталкиваетесь, это для вас не новость, что общий уровень интеллектуального развития, я подчеркиваю, общий уровень. Конечно, всегда есть исключения приятные, слава богу, что они еще есть. Но общий уровень интеллектуального развития выпускников общеобразовательной школы, уже выросших в эпоху вот этих пресловутых информационных технологий, да, неуклонно снижается. И при этом начало вот этого тревожного процесса, как это ни странно, хронологически почему-то совпадает с тем временем, когда в жизнь человека массово стали внедряться компьютерные информационные технологии. То есть примерно с конца 80-х, ну, на рубеже 80-х, 90-х годов. Вот, например, Департамент образования США в 2003 году провел исследования, да, оценивая уровень грамотности, ну, функциональной грамотности взрослого населения, вот, и выяснили они, что 14% взрослого населения показали уровень грамотности ниже базового. То есть они не в состоянии были прочитать и адекватно понять короткие, ну, не специальные прозаические тексты. Вот. А среди выпускников колледжа, я подчеркиваю, не школы, а колледжа в 2003 году в Америке лишь 31% оказались функционально грамотными. И это было на 10% больше цифра, да, или уровень грамотности на 10%, можно сказать, был ниже, чем в 92 году. То есть за 10 лет примерно на 10% снизился уровень функциональной грамотности. Проведенный в том же году в России аналогичный срез среди учащихся 8-9 классов в общеобразовательных школах показал примерно ту же самую картину. Вот. Только не более 1/3 вот из учащихся 8-9 классов достигли какого-то определенного уровня владения навыками чтения. Да? И из этой трети лишь 25% могли понять или, ну, скажем так, выполнить задание продвинутого уровня, когда нужно было сделать, ну, устное сообщение на основе прочитанного текста или обобщить содержание прочитанного. И лишь 2% учащихся в России показали уровень грамотности, достаточный для чтения и понимания сложных текстов. 2% – это было в начале тысячелетия, с тех пор прошло около 20 лет. И вот здесь что нужно отметить?
Вот почему, допустим, в США говорят об эпидемии ожирения граждан США, да, там примерно 40% взрослых жителей имеют избыточный вес, а у них малоподвижный образ жизни и дешевая еда, высококалорийная. Они мало двигаются и потребляют большое количество калорий. Вот он жир и откладывается. Вот. И вот подобно вот этой эпидемии ожирения в США, да, вот, я считаю, я полагаю, что цифровые технологии, став неотъемлемой частью вот нашей повседневной жизни, ведут к своеобразному такому ожирению интеллекта, то есть к атрофии мыслительной способности. Потому что когда человек молодой с детства привыкает к тому, что он может моментально, как говорят, по щелчку получить доступ к большим массивам разного рода данных, и не задается вопросом, а что это за данные, да? Вот, потому что огромное количество так называемых данных, которые в интернете имеют место быть, это просто интеллектуальный мусор. Да? Но ведь, чтобы определить, мусор это или не мусор, нужно знать, что с чем сравнивать. Вот. А этого они делать не в состоянии. А у них возникает иллюзия причастности к тому, что принято называть знаниями. Вот. Поскольку знания содержатся где-то там. Вот они в интернет идут за знаниями. Вот. Ну, в этом надо винить школу, потому что школа современная наша, российская, и не только, кстати, российская, но у нас это особенно заметно, она на протяжении 11 лет вместо 10 прежних оболванивает детей. Просто оболванивает. Вот. Им настойчиво и весьма успешно прививают определенный взгляд на такие важные вещи, как роль языка в жизни человека, роль культуры чтения. Их отучают думать, их приучают к тому, что знания содержатся в текстах, как в своеобразных контейнерах, и что оттуда их надо просто извлечь, а для этого надо прочитать текст. И тогда ты присвоишь себе звание, знания, которые в этом тексте якобы хранятся. Вот. Однако вот эта поговорка старая русская, да, смотрит в книгу, а видит фигу, становится, с моей точки зрения, очень злободневной, все более и более актуальной. Вот. Потому что образованные, в кавычках, молодые люди, вышедшие из школы, не могут элементарный текст прочитать и понять, о чем там идет речь. С этим я сталкиваюсь все время. Я даже эксперименты небольшие провожу. Я заканчиваю, у меня буквально две минутки еще. И вот, заканчивая, я хочу сказать, что идеология цифровизации всех сфер человеческой жизни с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения, ну, здесь как не вспомнить об усердии паче разума, да? Вот. Идеологи эти пытаются убедить общество в необходимости вот этой самой цифровизации. И при этом прибегает к разного рода аргументам, которые, с моей точки зрения, не выдерживают никакой критики по одной простой причине. Они не имеют даже смутного представления о природе человечности, о том, что делает человека человеком. Несмотря на то, что еще Мартин Хайдеггер подчеркивал, сущность человека покоится в языке. Придумав цифры, человек создал цивилизацию и подчинил себе мир. Подчиняясь цифре, он перестает быть человеком. Вот мой заключительный тезис. Ну и поскольку там в анонсе конференции упоминался Стивен Хокинг, заслуживающий очень большого уважения ученый, я хочу сказать, что в отличие от Стивена Хокинга, который не был уверен, изобретение так называемого искусственного интеллекта добро или зло, вот, я считаю, что цифровизация среды обитания человека ведет в эволюционный тупик. Потому что, не поняв, в чем сокрыта природа человечности, мы готовы отправиться в путь, благодаря вот этим идеологам цифровизации, да, не имея при этом никакого представления о том, что нас ждет в конце выбранного пути.
Ну, и я считаю, что торопиться туда неизвестно куда, не зная, что тебя там ждет, наверное, опрометчиво. Поэтому я не отношусь к тем, кто туда торопится. Спасибо, я закончил. Спасибо огромное. Спасибо, Александр Владимирович. Спасибо за заставляющие побеспокоиться о нашем будущем мысли, соображения. Пожалуйста, вопросы, может, какие-то реплики. У нас, на самом деле, не так много времени, но я думаю, что мы используем то, что у нас есть. Минут 8, наверное. Угу. Можно, да, вопрос? Да. Да, спасибо, это не просто забеспокоиться, содрогнуться, в общем-то, да, следует. И тем более, что действительно выводы как-то выглядят правдоподобно, и даже неизвестно, что страшнее, когда люди не могут прочитать текст, или когда они действительно из контейнера вынимают, как они думают, готовые блоки знаний, выучивая их, полагают, что теперь они мастера слова, культуры и так далее. С этим мы действительно сталкиваемся, и это вызывает отрыв. Но тут возникает очень серьезный вопрос. Да? Мы знаем, что если это, зачем ты это сделал, спрашивают, да, человек отвечает, потому что мог. Вот. И поскольку люди могут это делать, они будут это делать. Поэтому сколько бы мы ни выражали беспокойство, неудовольствие, да, ну, кто-то задержится в пути, а большая часть человечества туда двинется и будет все делать то, что вы сегодня критиковали. Играть в игры компьютерные, поглощаться этими играми и так далее. Вот поэтому здесь, мне кажется, к этому докладу было бы совершенно прекрасно еще и добавить хотя бы какой-то ну, вектор направляющий, что вообще можно в этой связи предпринять. Вы, насколько поняла, имели в виду, что надо разобраться, в чем сущность человека, и что если мы поймем, что это сущность языковая, а компьютерные и цифровые технологии эту сущность нашу губят. То есть вот это вот, да, вы считаете, что мы можем распространить эту идею как философы, и она должна как-то подстраховать человечество от этого гибельного пути, или как? Да, вы абсолютно правы, это именно то, что я считаю. Но я сказал, что у меня мысли скептика, и не только скептика в отношении цифровизации. Я также весьма скептичен в отношении того, насколько реально изменить ситуацию. Потому что, ну, вы же знаете, нет предела человеческой глупости. Вот, ну, это обобщение не мое, это фраза известна давно. Вот, люди, ну, и я считаю, что в этом, конечно, во многом виновата существующая система образования. Потому что если мы сравним то, что сейчас называют образованием, с тем, что считали образованием великие педагоги XIX века, скажем, европейские, да, не буду имен называть, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Две большие разницы. И вот если у меня зимой будет время, меня руководство университета моего попросило еще одну видеолекцию сделать популярную. И вот я думал о том, на какую тему сделать лекцию. Мне очень хочется сделать, записать лекцию на такую тему, почему школа перестала быть образовательным учреждением. Понимаете? Потому что то, что сегодня в школе происходит, это тихий ужас, даже не тихий, это громкий ужас. Детей самым натуральным образом отучают мыслить, отучают. И в этом во многом виновата идеология образования, очень большую лепту, в которую вносят как раз лингвисты. Потому что вот эта кодовая модель, обмен информацией и все, что с этим связано, все, что идет от сосюровских постулатов, это все настолько въелось и укоренилось, что людей очень сложно переубедить в обратном. Нужно очень долго пытаться это сделать. Я вот уже 25 лет пытаюсь, примерно последние 25 лет, да, но пока с большим трудом постепенно отдельные люди у нас в стране начинают задумываться над этими вопросами. На Западе как-то больше людей озабочены этим, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Вообще, все равно остается маленький вопрос, если позволите. Вот такая лакуна, может быть, это важно, а может быть и нет, вы сейчас сами решите.
вот если я правильно вас поняла, да, проблема в том, что у нас всегда визуализируется, да, любая наша лингвистическая конструкция, то, чего раньше не было. То есть у нас теперь нет зазора. То есть мы теперь не можем представлять или как бы проговаривать в языке то, чего мы непосредственно не наблюдаем. Если я вас правильно поняла. Вот этого у нас теперь меньше. Да, это еще одна из больших проблем. Тут проблем очень много. Но вот то, о чем вы говорите, это проблема письменно-языковой предвзятости лингвистики. Когда, изучая тексты, лингвисты говорят, что они изучают язык естественный. Отсюда они делают много разных странных выводов. Вот. И сплошь и рядом, вот я сейчас просто уже перестал пользоваться разного рода справочной литературой, словарями, энциклопедиями, потому что там отождествляют предложения и высказывания, тексты, дискурс, понимаете? Как будто между этими феноменами нет никакого разницы. Это абсолютно разные явления. Но поскольку их отождествляют и приучают людей думать о том, что слово начинается на букву. Понимаешь, в школе-то говорят, дай мне слово на такую-то букву. Слово не начинается на букву. Слова – это живые явления, так, ну, в кавычках живые, да, они состоят из звуков. А письмо, сокрыв живую природу слова, сослужило, помимо вот того, о чем я говорил, способствуя развитию цивилизации, науки и техники, оно еще также, помимо этого, и плохую службу сослужило тем, что заставило людей в массе своей верить в то, что письмо – это то же самое, что речь. Вот. А отсюда очень много негативных последствий, которые проявляются буквально в повседневной жизни на каждом шагу. То есть это все опять упирается к исходным идеям, к исходным постулатам идеологии образования, на основе которой строятся образовательные программы. Но все равно в основе всегда везде вот эта вездесущая кодовая модель, что язык – это код для обмена информацией. Она в корне не верна, но она продолжает существовать как официальная признанная, так сказать, доктрина, на ней все строится. Отсюда вот, как я считаю, я подчеркиваю, это я так считаю, отсюда вот все те плачевные, ну, в подавляющем большинстве плачевные последствия, с которыми общество имеет дело на сегодняшний день. А на самом деле язык – это? На самом деле язык – это не знаковая система. На самом деле язык и то, чем должны заниматься языковеды, это координации кооперативного поведения, интерактивного поведения людей, направленные на то, чтобы наилучшим образом взаимодействовать со средой окружающей, да, ориентируя других и себя. Да, и ориентирование это осуществляется параллельно в двух средах. Одна среда, как я говорил, это непосредственно физическая среда нашего существования, то, что Матуран называет консенсуальной областью первого порядка. Ну, консенсуальная, то есть разделяемая наделенными чувствами живыми организмами, да, пространство. Вот. А язык, как деятельность, в ходе которой мы вступаем в отношения друг с другом, отсылая к тому, что не является чувственно воспринимаемым, порождает консенсуальную область второго порядка. И вот мы в этой области и существуем, и случаемся как люди, и становимся людьми. Но не ударяясь, так сказать, в терминологию, главная мысль в том, что язык – это не вещь, не предмет и не инструмент. Язык – это характерный для человека особый вид поведения, интерактивного поведения, имеющий биологическую функцию, функция ориентирования других и себя во взаимодействии. Спасибо большое. Спасибо большое. Я выписала себе четыре вопроса, которые я хотела бы вам задать, но не смогу их задать, потому что очень плохо со временем. Выберу один, самый короткий, вот в духе, как Софья Владимировна вам задала, в стиле «продолжить начатую фразу». Я вот за вами записала, как мне кажется, цитату, вы сказали «разум не от природы», и вот я бы тоже, как Софья Владимировна, попросила бы вас продолжить фразу. Разум, если разум не от природы, а от чего тогда? Тоже интересно. Ну, видите, когда Карл Линней предложил вот этот ярлык «Homo sapiens», да,
он как-то вот пошел против собственных принципов, потому что когда он обзывал всякие другие виды, да, он название виду давал, отталкиваясь от характерной черты, присущей данному виду, которая, ну, то, что называется salient feature, да, то, что выделено. Скажем, венценосный журавль, в отличие от другого журавля, у него венец на голове. Да, может. То есть всех других животных он определял по признаку, который воспринимается, бросается в глаза и отличает от всех других. Самое-то интересное, что разумность не является наблюдаемым признаком. Глядя на живое существо, будь то человек или еще какое-то существо там, с иной планеты, нельзя сказать, разумно оно или нет. Мы судим о разумности человека только по его поведению, причем поведение человеческое – это всегда поведение в языковой среде. Вот. И мы привыкли думать, благодаря вот этому названию Homo sapiens, да, и ученые в подавляющем большинстве своем, да, может быть, 99,9% считают, что наша разумная способность – это итог эволюционного развития нашего мозга. И вот спорят до сих пор, уже много десятилетий, или это размер мозга, или это скорость обработки информации, обратите внимание, хотя информация здесь ни при чем, что делает нас разумными и так далее. Но все дело в том, что если мы говорим, что человеческое мышление – это в первую очередь способность мыслить абстрактно, что создает нейрофизиологическую предпосылку для возникновения такой способности? Как раз языковой семиозис. Потому что как только мы включились в этот процесс, и как только мы стали ориентировать себя и других относительно того, что не дано в восприятии, мы начинаем оперировать абстракциями. И вот эта способность и послужила предпосылкой для того, чтобы на протяжении многих тысячелетий и язык развивался, и мозг развивался у человека, который занят, вот, вовлечен в процесс языкового семиозиса. То есть разум человека таков, какой он есть, благодаря языковой способности, а не наоборот. Подавляющее большинство ученых считает, что как раз наоборот. Сначала разум, потом язык. Это в корне неверное Понятно. Представление, но, по крайней мере, это мое мнение. Понятно. Спасибо огромное. Спасибо, Александр Владимирович. Просто чрезвычайно Спасибо вам. Это все... Поучительно, я лично, ну, у меня очень много пунктов, по которым я готова выразить восхищение, но самый главный из них – это вот демонстрация того, что можно мыслить оппозиционно некой официальной научной доктрине. Это очень ценный пример, показать молодым и не очень исследователям, что так можно, и, может быть, только так и нужно. Все да, и вот... Если вам интересно, я потом вам могу отправить. Я 10 лет назад небольшое интервью с Элеонор Рош записал видео. Попросил ее дать совет молодым российским лингвистам. И вот она дает совет. Если вам интересно, я могу вам этот видеоролик небольшой там на несколько минут прислать. И вы покажете молодым исследователям, и да. Это может быть поучительно. Спасибо, будем очень признательны. Спасибо большое. Нам Спасибо. Нужно двигаться дальше, несмотря на желание продолжать как можно дольше такую интересную дискуссию. Наш замечательный следующий гость тоже как раз-таки, вот я упоминала, двух гостей из Иркутска, так что еще один герой нашего, героиня в данном случае нашего сегодняшнего вечера, жертвующая ценными часами сна. Любовь Богоденникова из Байкальского университета БРИКС, Иркутского национального технического университета. Пожалуйста, докладом. Здравствуйте, я тоже из сообщества неспящих в Иркутске, видимо, так нас можно характеризовать сегодня с Александром Владимировичем. Спасибо большое за возможность выступать. Я с удовольствием послушала ряд докладов, которые сегодня уже прозвучали. Они, конечно, вдохновляют, дают пищу для размышления. Вот разрешите на ваш суд представить свои некие размышления по поводу языка, в частности, проблемы перевода, понимания, коммуникации. Я заглавила, может быть, слишком, так, может быть, легко звучит трудности перевода или счастье, когда тебя понимают. Я вспоминаю вот второй довесок к названию «Счастье, когда тебя понимают», у меня появился благодаря моему бывшему коллеге, профессору Борису Анатольевичу Кислову, который, начиная лекции о герменевтике своим студентам, аспирантам, приводил всегда эту цитату из фильма «Доживем до понедельника» и говорил так. Вот смотрите, счастье – это же правда, когда тебя понимают,
Но ведь нельзя сказать, что счастье – это когда тебя объясняют. А вроде как две процедуры идут рука об руку. Но это я так вспоминаю. На самом деле, я, знаете, сегодняшнее мое выступление, оно состоит, может быть, на первый взгляд, из несколько разрозненных частей. Я попробовала оттолкнуться от темы перевода, ну, к теме понимания, начав вообще с проблемы перевода художественных текстов, да, разного рода, потом поставить проблему понимания несколько шире, ну, как, в принципе, она поставлена не мной, да, скажем, несколько шире, и посмотреть, а каким образом вообще проблема понимания, проблема перевода может быть перенесена в сферу искусственного интеллекта, но, если честно, вот в этой третьей части, дорогие коллеги, друзья, единомышленники, у меня там одни вопросы, и это скорее такие вопросы к размышлению, приглашению к дискуссии, потому что я бы сама хотела, может быть, на них ответы какие-нибудь найти. Для меня это все еще вопросы открытого дискуссионного характера. Вот. Поэтому вот разрешите начать с первой некой части, которую я условно продолжаю называть трудности перевода, и как раз вот в ней какие-то подходы, да, к переводу текстов художественных и не только. И знаете, вот вдруг у меня такая мысль возникла, от чего зависят вообще результаты перевода и почему одни переводы удачнее других, что такое удачность перевода. И бывает ли это связано с профессионализмом того, кто переводит, как влияет на это степень заинтересованности переводчика в тексте и каким образом это все сказывается на конечном результате. Вот примеров на самом деле много, таких кейсов, да, рассмотреть можно много. Я почему-то, простите, остановилась на одном, наверное, самых простых и популярных. Он связан с переводами текстов Джоан Роулинг, да, со знаменитыми переводами Гарри Поттера, которого, к сожалению, я не знаю, наверное, отчасти постигла, может быть, не очень удачная, да, судьба этих переводов сложилась на территории там, нашей страны. Вот. И когда я просто искал какую-то вот информацию по этим переводам, конечно, ты сам читаешь разные тексты, читаешь детям, видишь какие-то несостыковки, если есть возможность слушать, читать в языке, ты, конечно, это остро чувствуешь. Вот я подумала, что же вдохновляет людей, почему они берутся, собственно, за переводы этих текстов, и я для себя выработала здесь вот, нашла и классифицировала три позиции. Первая – это позиция людей, которые вдохновлены переводом, очень любят текст, влюбились в него с первого момента прочтения. Это вот, например, у японской переводчицы, судьба переводов в Японии гораздо более такая удачная сложилась, чем российского. Это та же Мария Спивак. Украинский переводчик, они говорили, что это судьба, я ждала этот текст, эта книга меня ждала, я очень хотела перевести, следила за сюжетом, ждала выхода новых книг и так далее. Второй подход, и зачастую, кстати, это не всегда были люди профессионально связанные с переводом, второй подход был такой, знаете, более профессиональный. В этом подходе, помимо профессионалов, даже целые коллективы профессионалов участвовали, были целые семинары по переводу организованы. И зачастую, кстати, эти высокопрофессиональные люди никак не были заинтересованы ни сюжетом, ни книгой, ни развитием там, каких-то перипетий, не следили, в общем, они за перипетиями. И то, как складывалась дальше судьба героев в следующих книгах, зачастую они были заинтересованы вполне себе такой простой идеей заработать деньги. И чтобы заработанные деньги, в чем они, кстати, многие из них признавались, позволили бы им переводить то, что они хотели на самом деле. И, кстати, чаще всего это были совсем не переводчики детской литературы, а занимались литературой взрослой или профессиональной. Но вместе с тем, вот есть такая сторонняя оценка филологов, которые сопоставляли переводы, я сейчас не говорю о читательской аудитории, они говорили, что как раз вот эти переводы, хоть и авторы этих переводов не вдохновлялись текстом, они были, ну, качественно лучше, чем переводы вдохновленных, но не профессиональных товарищей. И вот третий подход, мне он показался, то есть для меня он такой, знаете, явился иллюстрацией как раз особого этапа отношения к языку, который сейчас транслировал Александр Владимирович. Вот одна из переводчиц, Марина Литвинова, сказала, что она взялась за перевод этого текста ровно по той причине, чтобы, когда ей предложили переводить Гарри Поттера, она прочитала предыдущие варианты переводов, ужаснулась,
внутренне запротестовала, сказала, что я не хочу, чтобы существующий перевод читали дети, потому что это катастрофа, по-русски так не говорят, а дети, прочитав эти книги, обязательно будут так говорить по-русски. Ну, то есть фактически озаботилась состоянием языка и качеством перевода. Но надо сказать, что проблемы с переводом были у переводчиков из разных стран, потому что, в общем, английский язык, он такой язык уникальный, он богат на, знаете, на социальные и региональные особенности, но в частности вот это выразилось в проблеме, что делать с именами, которые во многих случаях были говорящими, говорящими до такой степени, что когда переводили, я скажу, конечно, честно, коллеги, что я просто вдохновилась темой переводов Гарри Поттера и покопалась. Конечно, эти исследования проведены не мной, коллегами, филологами, лингвистами. Так вот, такой факт очень интересный, что, например, когда перевели текст Гарри Поттера на французский язык, оказалось, что все злодеи почему-то французы. Ну вот если вспомните фамилии там Малфой или Странж, они на самом деле старинные англо-нормандские фамилии, но оказались французами, потому что превратились в обычные французские имена при переводе на французский. Ну и примерно та же участь постигла профессора Дамблдора известного, потому что фамилия его говорящая. Она на самом деле, Роулинг сама отмечала, что в переводе означает «шмель». Вот норвежцы последовали за Роулинг, перевели его как «Хумлес Нюрия», а итальянцы вообще решили, что он дамп, немой, и перевели его как «Силенте», тоже известный факт. И в итоге мы получили трех профессоров, один Дамблдор, другой «Хумлес Нюрия», «Силенте», которые на самом деле кажутся разными людьми. Ну, честно скажу, вот, конечно, этот кейс с Гарри Поттером для меня, он скорее как, ну, просто повод вовлечь вас в дискуссию о переводе или саму себя, да, вовлечь в размышления о переводе. Я не хочу дальше углубляться в какие-то особенности переводов этих текстов Джоан Роулинг на русский язык. Для меня скорее это стало инициацией подумать немножко дальше и подумать о том, какова роль и как мы воспринимаем деятельность переводчика, как мы вообще должны рассматривать сам перевод. Ну, например, тот же переводчик, кем он является, вот, например, Наталья Сергеевна Автономова говорит, он раб или предатель, должен он осуществлять перевод по букве или по духу, исправлять или подражать автору. Или, например, он вообще каким-то образом должен обогащать средствами словесного творчества свой родной язык. И тогда тут вспоминается знаменитая шутка Сергея Довлатова о том, что Курт Воннегут страшно проигрывает в оригинале. Поэтому вот эти все вопросы я как бы помещаю как вопросы, инициирующие дальнейшее рассуждение о переводе. Здесь и мне бы очень хотелось еще вспомнить Умберто Эко. Мне кажется, он здесь более чем уместен, потому что он был не просто автором многих текстов, он очень чутко и с особым пиететом относился к переводу. Это выражалось в том, что он даже собирал конференции переводчиков, чтобы дать необходимые пояснения по особенностям перевода собственных текстов. И вот, например, он рассматривал перевод как процесс переговоров. Еще одну метафору совершенно удивительную я нашла в отношении перевода. Это такое понимание перевода как палимпсеста. Тут, простите, пожалуйста, у меня несколько музыкальные аналогии, потому что совсем недавно у Алексея Аги как раз вышел альбом «Палимпсест», он его написал, как он говорит, поверх альбома «Алкоголь», который он записал в первом в этом году, и вот второй альбом как бы «Размышления поверх уже существующего». Но вот эта идея «Палимпсеста», на самом деле идея пергамента, да, на котором что-то было написано, потом мы это стираем, и потом пишем новое, и старая надпись все равно проглядывает и просвечивает, или как вот в музыкальном альбоме, в звучании нового альбома вы можете слышать предыдущие. Вот эта метафора мне тоже показалась каким-то образом удивительно поэтичной. Но теперь вот от таких, может быть, легких образов переводов художественного текста мне бы хотелось поставить проблему перевода. Ну, я тут, собственно, следую в русле многих талантливых филологов и философов, кто занимался этой проблемой. Мне хочется ее поставить гораздо шире, чем просто перевод текста художественного. Наверное, моей задачей было, или мне хотелось показать, что даже на уровне перевода детской сказки мы сталкиваемся с таким количеством трудностей. Что же делать с тем, когда мы начинаем смотреть на проблему перевода гораздо шире
И, например, если мы пойдем чуть дальше, то, наверное, мы можем согласиться здесь с Лотманом в том, что фактически всякий интеллектуальный или коммуникативный акт, который осуществляет человек, всякий акт познания, может быть описан в терминах перевода. Ну и здесь, на мой взгляд, возникает как минимум два вопроса, которые бы я хотела и задать, и ответить. Первое, что мы переводим, когда мы говорим о переводе? Ну, два совершенно очевидных ответа, на мой взгляд, что мы переводим либо текст, либо речь. Вот Александр Владимирович тоже сейчас сказал о том, что очень часто подменяется, одно заменяется другим. Мы не говорим предложениями, да, мы говорим высказываниями. Тогда и особенности перевода будет, собственно, зависеть, да, что перед нами, речь или текст. Если мы говорим о речи, конечно, здесь требуется учет тональности, психологических особенностей высказывания. Если же мы говорим о тексте, то сегодня понятие текста, ну, вот стало настолько широко, что мы фактически туда можем помещать любой фрагмент действительности. И еще одна, ну, особенность, о которой имеет смысл здесь сказать, что оба варианта перевода, что речи, что текста, они требуют осознания того, что вообще-то и язык, и мышление у нас метафоричны, если мы, ну, мы следуем за Лакоффом. Второй вопрос, который важен для меня, зачем мы переводим? Если мы расширяем понятие перевода до коммуникации вообще, то, наверное, перевод мы осуществляем с целью понять, уяснить, усвоить, хотим открывать новые смыслы, хотим знакомиться с чем-то новым, и тогда, конечно, проблема понимания вырастает как абсолютно универсальная проблема, которая сама, собственно, опирается на коммуникацию. Или, точнее сказать, является, ну, проблематизирует коммуникацию. И тут важно, конечно, сразу оговориться, что мы будем понимать под коммуникацией. А, собственно, это нас увязывает, опять же, с проблемой языка. Сразу скажу, что в коммуникации, я стою на этой позиции, мы отнюдь не передаем и не получаем информацию, не кодируем и не раскодируем и не перекодируем. Задача коммуникации – это быть понятым, прийти к взаимопониманию, ну или я вот как-то для себя придумала такое словосочетание, создать своеобразную безбарьерную среду и некую общность. Тогда акт коммуникации предстает как некий диалог, который обязательно предполагает индивидуальное восприятие, соответственно, подразумевающее интерпретацию, без которой, собственно, ну, и она, собственно, невозможна без перевода. И в таком понимании мы не можем, ну, относиться к переводу как к простому переносу значений из одного языка в другой, из одной системы ценностных ориентиров в другую. Мы тогда должны задействовать все пласты культуры, не только язык. А если мы говорим об уровне индивидуальном, то здесь, конечно, особая роль должна быть отведена опыту. И в основе понимания всегда лежит некий индивидуальный смысловой контекст, который вырастает из уникального субъективного опыта, который к тому же еще исторически изменчив. Эта мысль не моя и не новая, это мысль, которую, точнее сказать, увидел, эту, так проблематизировал коммуникацию еще Рикерт. И здесь единственное, что хочется добавить лично мне, что когда мы говорим вот об этом уникальном субъективном опыте, то мы всегда, конечно, предполагаем, что это не просто опыт, это опыт наличия другого, и всегда мой опыт взаимодействия с другим. Собственно, без этого коммуникация, ну, не состоится. И как говорит один очень уважаемый мной профессор, чем больше опыта, то с одной стороны тут от себя добавляете яснее содержание, а с другой появляется возможность большего числа интерпретаций, и происходит своеобразное умножение смыслов. Можно сказать, что растет число описаний реальности, разных картин мира, которые обнаруживают зачастую принципиальное несходство. И вот здесь возникает, на мой взгляд, следующая проблема, честно сказать, которая меня волновала очень давно, поэтому следующая часть своего выступления я... А можно более-менее сейчас концентрированно сформулировать, потому что совсем мало времени, иначе останется на вопросы. Вот прям можно тезисно. Хорошо. Ну вот эта идея счастья, когда тебя понимают. Здесь, значит, идея такая, что... Диана, сейчас секундочку, прошу прощения, что проблема, собственно, которая стоит перед нами, я бы ее назвала проблему не включенную
включенности. Сейчас объясню, чего и куда не включили. Из опыта своей преподавательской деятельности я обратила внимание, что зачастую, когда ведешь диалог со студентами, например, говоришь о достижениях науки, культуры, современных, философии, ты вдруг обнаруживаешь, что сидящие перед тобой студенты оказываются жителями 17-го, а в лучшем случае 19 века. И вот я наткнулась на одну идею, которая поддержала меня вот в размышлениях. Мысль была такая, позвольте мне зачитать, а потом я, Диана, концентрированно попрошу еще, может быть, 3 минуты, чтобы часть своих вопросов задать. Хорошо. Ну, о том, что мысль такая, что мы недостаточно читаем друг друга, мы недостаточно работаем над тем, что могло бы быть переводом нашей системы понятий в систему понятий собеседника, так, чтобы наши позиции обогащали и развертывали друг друга в рамках более объемной картины. И вот за этим я простым утверждением, на первый взгляд, увидела достаточно серьезную проблему, которая характеризует состояние профессионального сообщества или людей, вовлеченных в академическую среду и работу. Но и проблему культуры в целом. Это проблема невключенности современных достижений искусства, науки и философии в картину мира и мировоззрение обычного человека. Когда достижения, открытия и результаты творчества не становятся общим достоянием всех, нам вдруг оказалась нужна некая дополнительная интерпретация или перевод, который мог бы быть осуществлен вот на стыках разных областей культуры и разных форм познания, потому что, на мой взгляд, видимо, разрыв оказался настолько глубок между профессиональными сообществами и обычными людьми, что сегодня требуется нам такая помощь. Ну и совершенно последнее, Диана, позволь мне, пожалуйста, вот если мы продолжаем сохраняться вот в этом подходе к переводу через познание и коммуникацию, то я продолжаю, который, ну, возникает всегда при, ну, необходимом присутствии другого, то в отношении как раз вот искусственного интеллекта для меня здесь, ну, возникает ряд, на первый взгляд, неразрешимых, может быть, для вас вполне разрешимых вопросов, но я сегодня на них не нахожу ответа. То есть, когда мы рассуждаем об искусственном интеллекте, мы говорим о коммуникации, ведущей к пониманию или имитации этого понимания, можно ли алгоритмизировать и моделировать понимание, да, и зачем нам тогда нужно, нужно ли, чтобы машина понимала, да, и хотим ли мы вообще, как говорил, ну, там, немножко перефразирую Ленку, чтобы искусственный интеллект видел мир глазами человека. Вот, собственно, эти вопросы, на мой взгляд, могут быть разрешены только, наверное, если мы ответим на вопрос, что есть язык, что есть основа человеческой коммуникации, какова среда, какой фактор имеет среда и значение формирования нас как людей, какой фактор имеет другой, и мой опыт включения в совместную деятельность с другим. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Любовь, огромное. Спасибо. И прошу прощения, что пришлось чуть-чуть перебивать, но вот не только по необходимости все-таки заслушать вопросы. Наверное, они есть. Коллеги, друзья, гости, пожалуйста, если кто-то хочет спросить. Да, вот. Даша, вопрос. Может, у Даши вопрос? Добрый день. Ну, на самом деле, это я просто поаплодировала. Люба, добрый вечер. Добрая ночь, наверное. Нет, да, спасибо большое. Спасибо большое за доклад. Мне, в общем, очень понравилось. И апелляции к Умберто Эко тоже очень звучат здесь и так далее. Единственное, что я бы, наверное, спросила, вот про какое заключение здесь мы можем получить. То есть, с одной стороны, я понимаю, у нас есть проблема машинного перевода, и машины, как мы тут выясняли на некотором недавнем семинаре, все лучше и лучше умеют справляться с контекстом, все лучше и лучше умеют передавать вот эти значения, которые есть, ну, собственно, то, что сохраняется в переводе или должно сохраняться в переводе. С другой стороны, мы понимаем, что нам, наверное, важно не только сочетание слов, но и какое-то осознание смысла. То есть можно много раз говорить, что Вася дурак, но когда ты осознал, что Вася дурак, ты просто говоришь, вау, так Вася же оказывается дурак, и у тебя происходит какой-то сдвиг в сознании, да. А, с другой стороны, насколько я помню, Умберто Эко, у него есть идея, которая связана с бесконечным семиозисом, и что мы на самом деле все время можем перетекать из одной ситуации описания в другую ситуацию описания, рассуждая про те же самые переводы Гарри Поттера и про то, что означает, например, имя Дамблдор, мы опять это выражаем словами.
И то, что мы выражаем словами, мы дальше опять выражаем словами, опять выражаем словами. И даже если я осознаю, что означает «Вася дурак», то в мое осознание я опять же пытаюсь выразить словами и сказать, что именно я осознала, когда до меня наконец дошел смысл этих слов. И тогда получится, что, может быть, у нас и нет никакого выхода в этот опыт. А машина, которая научится идеально имитировать этот симбиозис, ну, станет для нас неразличимой, станет как мы, станет точно так же всхлопывать и вскрикивать, как мы. Спасибо большое. Это удивительный вопрос. Во-первых, очень рада видеть. Спасибо большое за вопрос. Я на самом деле думаю, что здесь, я прошу прощения, я хотела бы обратиться вот к фразе, которая была произнесена Светланой Мушаиловной чуть раньше, как комментарий был к определенному, к одному из докладов чуть раньше, когда Светлана Мушаиловна сказала об атомизации. Что вот сегодня, ну, звучит, когда мы говорим о отношении искусственного интеллекта, происходит некая атомизация субъекта, атомизация языка или мозга, или общества, да. Вот мне бы хотелось, чтобы мы все-таки увидели человека, который, ну, мне не очень нравится идея, например, там, постановки, я прошу прощения, я понимаю, что не очень правильно говорить, мне не очень нравится, да, как бы, но я имею в виду, мне иногда кажется, что есть определенная узость, когда мы говорим о сознании только со стороны, например, там, мозг-сознание, и совершенно, ну, не видим фактора среды, да, и включенности в деятельность. Вот у меня один из вопросов был, который я не успела договорить. Вот я, например, обучаюсь всю жизнь через опыт взаимодействия с другим. Как обучается искусственный интеллект? Вот условно говоря, важна ли телесность, да, когда мы говорим об освоении естественного языка? Важна ли телесность во взаимоотношении с другим? И что тогда такое искусственный интеллект, если, ну, не формализация алгоритм? Тот же Пенроуз говорил, что, да, наверное, искусственный интеллект справится со всякой задачей, если она будет хорошо прописана, да, смоделирована. Поэтому я вот как-то тут не соглашаюсь, что если мы говорим о языке, в языке и опять о языке, то мы все время не выходим в опыт. Так, собственно, этот язык и становится тем опытом. То есть я, наверное, здесь, я уже прошу прощения, Александр Владимирович, мне надо, видимо, признаться в том, что я деформирована общением с Александром Владимировичем в хорошем смысле этого слова. То есть я, собственно, здесь тоже стою на позициях, что это и есть языковая деятельность, это и есть опыт. Вот, например, и тогда, конечно, и я, кстати, видела, Дарья Николаевна, как вы экспериментировали с Delphi, как вы издевались над ним, я бросила студентам ссылку, и как там иногда просто вот изменение, как, ну не то что слово, а перестановка, да, можно пожертвовать там человеком, или можно ли, я забыла, там был вот этот вот, кстати, сейчас вот Дмитрий Турко как раз здесь присутствует, он, по-моему, экспериментировал, да, можно ли, ну как это, убить одного человека и спасти пять, или можно ли пожертвовать? И тогда машина смысл, да, считывает абсолютно разный. В одном случае можно, в другом нельзя. А для человека смысл, ну, он одинаковый, независимо от формулировки слов. Просто здесь слова-то, это же тоже, ну, как у кассирера, да, это некая символическая форма. То есть я туда вкладываю свой субъективный опыт, да. Вот, спасибо, ну, вот это опыт. Спасибо огромное, спасибо и за вопросы, и за ответы. Вот я приношу себя в жертву, я свой вопрос не задам, потом задам отдельно, пользуясь радостью быть знакомой и лично общаться. Спасибо большое, Ян, спасибо, да, спасибо. Потреблю. Коллеги, спасибо, ну, пару слов нет, все уже, нету больше. Да, Светлана Мушаиловна, вопрос? Нет, Светлана, ну давайте, хорошо, да давайте. Пару слов коротенько, хотел. Коротенько, пожалуйста. Хорошо, после такого количества времени сидения уже все будет коротенько. Я просто хочу сказать о том, что проблема перевода действительно ставит, как мне кажется, такую очень важную вилку между тем, что мы хотим получить от перевода. Хотим ли мы получить адекватный перевод, да, то есть вот перевод дословный, перевод буквальный и так далее. И вот тут нам, как говорится, искусственный интеллект в помощь, или поскольку развитие будет настолько интенсивным, я думаю, что скоро будет очень-очень близко к адекватным каким-то, ну, смыслам переводы технически осуществляться. С другой стороны, я вот сижу и думаю, да, что возможно ли вообще когда-нибудь в жизни какому-нибудь искусственному интеллекту перевести Андрея Платонова на тот или иной язык, поскольку это, ну, как бы язык специально сконструированный, да, или Хармса, или там Крученых и так далее.
Вот, это второй момент. Третий момент, вот момент смысла перевода. Вот для чего этот перевод осуществляется? Какой ну вот, вне языковой смысл несет сама переводческая деятельность? Я сейчас, слушая вас, вспомнила одно из выступлений в Ясной Поляне. Говорили о переводах Анны Карениной на разные языки и об экранизации. Вот очень интересно говорила исследовательница, которая... говорила о переводе на тамильский язык, один из разновидностей, да, там в Индии, и она говорила, что вот Анна Каренина, это Анна Карина, она в саре, они в танце, традиционного индийском танце, с Вронским начинают знакомиться, на крокете на каком-то и так далее. То есть все переиначено, но разве от этого что-то изменяется в смыслах, да? То есть мне кажется, что смыслы это гораздо богаче, чем просто трансляция языковых, как бы там конвертация из одного языка в другой, и смыслы позволяют. И вот эту французскую вольность, да, там и американские какие-то наслоения, например, в русском языке. Если вот смыслы уловлены или улавливаются точно, то, наверное, цель перевода достигается. А если же все-таки идет просто вот такая трансляция, ну, непосредственная, то, конечно, здесь уже может быть очень много претензий ко всему. То есть ведь за словом еще стоит интонация, да? за значением стоит смысл, и это не обязательно языковое выражение. Вот, поэтому спасибо. Просто колоссально интересная тема. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Хорошо, коллеги, да, давайте будем двигаться дальше. Третий у нас сейчас по счету доклад. Тарашиян с нами. Сейчас Тарас наш давний коллега, уже я даже боюсь называть срок нашего знакомства, сотрудничества и соисследований. Сейчас он работает в Центре гуманитарных исследований. И мы готовы послушать доклад Тараса. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Ну, я буду показывать презентацию. Могу ли я на это время убрать свое изображение? А кто у нас сейчас? Если я не ошибаюсь, подключена возможность сделать презентацию для всех. Так что... Могу ли я себя пока убрать? Ну, вы включите демонстрацию экрана. Тебе, Тарас, не нужно себя убирать, а просто сразу делай демонстрацию экрана. Привет, привет. Ну, я как бы вот да, не могу себя все равно показать. Ты внизу видишь зелененькую стрелочку с демонстрацией экрана? Показать, да, поэтому мне было бы комфортно убрать, но если это важно, мой лоб видеть, ну, хорошо. Вы можете слева остановить видео, нажать кнопочку. Да, действительно. Ты просто хочешь камеру остановить? А, я хочу. Да, видео остановить. Так это просто останови видео. Слева внизу. Я спрашиваю, разве вы мне такое разрешаете? Да. Убрать. Хорошо. Тогда разрешаем, да. Тарас, разрешаем. А? Никаких запретов. Вот. Тогда я... запускаю презентацию. Видно, да? Да, все видно. Сейчас видно, я... Хорошо видно. Сейчас я переключу. Ага, на... Вот. Ну, у меня тема формирования символьного языка. Математики, основные этапы и принципы. Ну, понятно, да, что в основе, как предпосылка всех процессов цифровизации лежит возникновение символьной математики, связанная с этим алгоритмизация математических операций, ну, насколько это... возможно, да, ну, вот. Так что, так сказать, у меня хоть и косвенно, но тоже, так сказать, о некоторых
посылках цифровизации. Вот. Ну, я в Хакладе поставил задачей как-то обобщить, резюмировать различные разрозы, ну, с разрозы ненавные исследования вот по этой теме, которыми я занимался. У меня, ну, я, так сказать, исходил из двух задач. Первое – прояснить для себя, в первую очередь, как на самом деле, да, ну, на самом деле, в кавычках, ну, или без них, функционирует современная логическая математическая символика, поскольку мне, ну, как бы, в ходе моих логических исследований стало понятно, что декларируемый формальные метод в общем случае не работает. Вот. И становление математии, ну, вот тех семиотических способов обозначения приемов, которые привели к возможности создания современной логики, да, к построению языков, вот типа языков логики предикатов. Ну, а поскольку и то тесно связано с математикой и в значительной степени шло, да, или происходит в ее границах, да, то вот приходится рассматривать всю систему математической символики, ну, как-то, да, удерживать это в качестве рамки какой-то. Вот. Ну и понимание, да, что мы все-таки должны рассматривать не отдельные способы обозначения, что они образуют собой единую систему. Тоже важный момент. Ну, в итоге, так сказать, можно, да, соотнести вот мы исследования вот с традиционным семиотическим подходом, да, рассмотрение знака в их систем, в их синхронии и диахронии, ну, хотя, так сказать, да, я такой цели не ставил, эти две, ну, эти две задачи у меня возникали независимо, да, ну, вот, видимо, не случайно они связались. Ну, поскольку, как я понял, в ходе подготовки к докладу я точно не успею, да, рассказать все, что тут нужно было бы
хотя бы ну, кратко, но содержательно, то я начну сразу с некоторых выводов, к которым пришел, ну, их же теперь можно рассматривать как некоторые основания, да, для дальнейших исследований. Первое, что математическая символика, да, выделяется из естественного языка, ну или естественных языков, к чему я еще вернусь. Ну, и, собственно, на описание этого процесса и будет одной из основных тем дальнейшего доклада. Второе. Система математической символики во многом имеет те же черты, что и естественные языки, например, наличие диалектов, профессиональных каких-то жаргонов, отношения, мы можем найти отношения синонимичности, полисии, мичемности, амонимии и так далее. Вот. Третье. Ну вот, если вернуться к пункту 1, да, то ну, понятно, что нет никакого одного естественного языка, да, их много, и когда происходит становление математической символики, то он, ну, она сразу выделяется и, ну, как бы из нескольких, да, разных языков, латынь, немецкий, английский, французский и другие. Вот. Но при этом одновременно и складывается как некоторая наднациональная система. При этом по мере становления европейской науки и втягивании в нее все большего количества стран и народов, число языков, которые являются носителями, да, и обеспечивают существование хотя бы какой-то части, да, какого-то сегмента системы математических обозначений, ну, число таких языков резко увеличивается. Ну, я не возьмусь оценивать их 100 или там, ну, ну что больше 100, это точно, да, а то, может быть, и несколько сотен, да, так сказать. Любой язык, где есть хотя бы развитое школьное образование, уже является носителем, ну, вот, какой-то части вот этой вот системы. Вот. А по этому, вот, если поставить вопрос о выделении рамочного объекта, да, внутри которого вот происходит становление
системы математической символики, то мне кажется, что тут вот, ну вот я к этому пришел около года назад, что нужно взять всю систему естественных языков, построенных на них систем письма и наличных текстов на них. Вот, и ну, ну вот, ну и других, да, систем знаковых, которые на базе естественных языков возникают, и только вот в, ну, в рамках такой вот макросистемы мы можем целостным образом анализировать вот систему математической символики, но этот подход вот пока что только мной осознан, но в докладе, да, так сказать, он не будет пока, ну, представлен. Четвертый пункт, что процесс символизации, ну, а если более точно, да, то алгебраизации языка математики приводит в качестве своего предела к возникновению языка логики предикатов, ну, да, поскольку он, да, у нас в, тут происходит, да, абстрагирование от знаков конкретных терминов, от знаков операций, от знаков отношений, да, то есть, ну, вот, плюс знаки логических связок и квантеров. Вот. Этот вот, ну, в общем, очень-то важное наблюдение. И еще один момент, что математическая символика носит идеографический характер, что, может быть, очевидно, а может быть и не всем. Так, ну вот, теперь выделю основные этапы становления системы, ну, становления математического и языка, и системы математических обозначений. Ну, первый и основной процесс, вот, и на ГДА, где лет на этапы, да, риторическая алгебра, синкопическая алгебра и символическая. Ну, слово алгебра тут мне представляется не, ну, не удачным, да, поскольку, в общем-то, речь идет о лишь о способе записи, ну, сперва арифметических, ну, а потом и иных математических выражений. Ну, риторический этап
это когда математические вычисления описывались при помощи слов, а синкопический этап, когда тоже при помощи слов, но они записывались в сокращенном виде. Символический этап, это вот уже, так сказать, понятно, да? Вот. Второй процесс важный, да, это повышение уровня абстрактности математических обозначений. Первый этап – это появление специальных обозначений для операций, отношений. Второй этап – это алгебраизация или возникновение обобщенных представлений, да, для величин, для операций, для отношений. Вот. Эти этапы, да, они могут, собственно, независимы от первого процесса, да, то есть, в общем-то, какие-то элементы алгебраизации могли еще и в риторический период Фрейса ходить. Квантаризация, появление переменных и квантаров как завершение процесса алгебраизации. Еще один процесс, накладывающийся на два предыдущих, да, это, собственно, этапы символизации различных типов математических обозначений, обозначение появление специальных обозначений в качестве элементарных термов, это имело место с самого начала, поскольку цифры не менее древны, чем системы письма, а от части даже может быть и более, древние. Дальше, да, появление знаков операций и возможность составления из них сложных термов, появление знаков отношений и, соответственно, возможность формулировать на специальном языке целые предложения. Появление знаков для логических связок, которые позволяют дальше уже более сложные высказывания из них строить. Важный этап, который точно не соотносится с вышеназванным
ними я вот его специально выделил красным цветом по явлению знаков, обозначающих агрегацию, то есть структуру выражений, да, математических, указания, да, в каком порядке осуществлять математические действия, если мы говорим о сложных термах. Вот, дальше я насколько успею. Можно немножечко, может быть, вот какую-то выжимку дать, чтобы все-таки было время на вопросы. Вот за минуту. А сколько у меня уже? Ну, вообще, через 2 минуты время доклада истекает. Ну, может быть, уже все. Не будет, можно 3 минутки взять. Так, я вот успел только предпосылки, да, рассказать. Я говорю, можно взять побольше времени, просто меньше на вопросы останется там, вы можете 4-5 минут. Просто, может быть, сейчас как раз уже к сути перейти как раз. Ну, я суть-то, да, в обобщенном виде, да, представил. Вот, дальше уже идут детали, во-первых, заметить, да, что выделение риторического этапа в некотором смысле условно, поскольку, да, обозначение чисел, возникает, да, а может быть и вызывает по явлению письма, поскольку, да, всякая цифра – это идеограмма, то тут вот, мы, говоря про риторический этап, подразумеваем способ записи действий, отношений, числа, да, уже, являются символами. Про неизвестные я тогда опущу. У нас буквенные обозначения возникают у греков, но, на мой взгляд, те авторы, которые указывают, что греки знали переменные и обозначали их буквами, это неверно. Греки именно буквами обозначали числа, является как раз существенным препятствием, да, для того, чтобы те же самые буквы еще использовать и как обобщенные величины. Но буквенные обозначения, как
из Веста на использует Аристотелевой первой аналитики, да, ну, то есть вне контекста тогдашней математики. Вот, причем буквы у Аристотеля функционируют не как переменные, а как параметры, или как бы, да, знаки, как бы из известных, ну, в его случае терминов. Спасибо. Здесь можем какой-то сделать остановку, чтобы были вопросы? Да. С Хавайи мы тогда, так сказать, остановимся. Потому, хорошо, что... спасибо большое. Детали уже... Ну, вот, может быть, как раз они и прояснятся в ходе, так сказать, вопросов. Такой сценарий докладов тоже неплохо получается. Оправдывает себя подчас. Друзья, ну, пожалуйста, может, кто-то хочет что-то уточнить. Сложный, наверное, безусловно, материал сложный, конечно, очень специальный. Ну вот можно, пожалуйста, задать вопрос на понимание. Тарас, конечно, уникальный специалист. Я не знаю, кто еще в России разрабатывает сходные темы. И когда мы увидим монографию со всем этим богатством смыслосодержания под авторским именем Тараса, ну, надеюсь, это случится непременно. Да, это-то вопрос, и, так сказать, меня тоже волнует. Ну, пока вот. Это вопрос времени. Пусть да, это будет да. Вопрос времени. Но пока все думают, может быть, я спрошу. Александр. Да, Александр. Я вроде поднял руку. Угу. Диана, да, приветствую. Можно, да, задать вопрос? Конечно. Нужно. Тарас, во-первых, спасибо большое. На самом деле, это очень интересно. Тарас, уберите, пожалуйста, презентацию. А, убрать? Да. А может быть, кто-то захочет? Вряд ли. Давайте, смотрите. Это очень интересная тема. Вот там, где вы начали говорить об становлении математических обозначений, потому что к теме нашей секции, того, что есть знание, что есть знак, смысл, символ, оно имеет прямое отношение. Я очень тщательно изучаю историю математики именно из-за того, что в начале в генезисе знака, в принципе, можно рассмотреть, как это формировалось, начиная с истоков, тогда, когда начали как-то записывать. У меня поэтому вопрос, прежде всего, может быть, вы до этого не дошли, то есть когда люди дошли вот, вообще к самому числу, выраженному неважно, как выраженному, а то, что число появилось, оно появилось в виде названий, да, каких-то цифр. Откуда у вас есть исследование то, откуда вообще они вдруг начали брать числа? Ну, понимаю, что это наверняка было название жетонов, которыми считали баранов. Видимо. Ну, можете здесь уточнить? Да. И попрошу потом ссылку на вашу работу, конечно. Надо это читать и читать. Специально возникновение чисел я в письменных работах нету у меня, хотя я этим занимался, основная теория, насколько я понимаю, возникновения письменности, да, что она возникает в цивилизациях так называемого речного типа, это ранний бронзовый век. Специфика этих цивилизаций создание, что для ведения сельского
хозяйства необходимо создание и поддержка крупных ирригационных сооружений или оросительных, как в Египте, или осушающих, да, как в Китае, например. Вот. Ну, и соответственно, организация вот, работы таких вот систем приводит к централизованному управлению сельским хозяйством, созданию крупных государственных, да, или как иногда пишут, храмовых хозяйств, вот, и письмо, и счет, да, возникают из необходимости вести бухучет, да, ну, грубо говоря. Да, это понятно. Да. Вот, да. Спасибо. Вот, спасибо, так что, так сказать, и, видимо, сперва возникают какие-то способы обозначения чисел, да, чего, да, так сказать, это уже при помощи, ну, рисунков, да, обозначают, а потом, как бы, да, эти рисунки уже ложатся в основу иероглифики, да, соответственно. Угу. Спасибо огромное. Тоже вот огромное, конечно, желание. Я не знаю, можно ли коротко ответить на мой вот единственный вопрос? Она точно присутствует, что языковая система должна появляться разом. Не может быть истории возникновения языка. Вот это как-то перекликается. Ну, то есть, можно ли сказать, как вот ты, Тарас, думаешь, все-таки это согласен ты с этим или не согласен? Если, например, ты считаешь, что да, по поводу естественного языка можно так сказать, то, может быть, дашь какое-то объяснение, почему математическая система, по крайней мере, вот в символьных, да, обозначениях тоже не появляется разом, чего можно было бы от нее ожидать? Вот есть тут какое-то объяснение? Потому что она, ну, тут вот у нее такой вот специфика, да, что она очень существенным образом связана, да, с теми естественными языками, на которых существовала, да, соответствующая математика. Вот. Ну, как бы, и вот это вот, да, выделение шло постепенно, да, это, то есть, получается, да, что кажется, что были разные национальные математики, это мне кажется верно и для нас, да, и только вторичны. Вот, вот над этим, да, стал выделяться вот этот вот какой-то международный язык, да, мне кажется, что, во-первых, видимо, большую роль как предпосылка, да, символизации имело усвоение арабского счета, да, поскольку это
система обозначений, отличная, да, от, собственно, своих национальных систем письма, да, чего не было, да, до этого. Вот. И, так сказать, да, ну, так сказать, и, так сказать, эта система уже была международной, да, и, так сказать, это вот послужило каким-то ядром, да, для того, чтобы вот к этому стали добавляться уже какие-то всеми понимаемые значки, вот. Ну, так сказать, опять же, поскольку арабская система позволяла алгоритмизировать, да, арифметические, ну, выполнение арифметических операций, ну, собственно, надо, вот откуда, так сказать, слово алгоритм, да, это имя автора той книги, через которую, да, вот в Европу пришли эти знаки. Вот. Как бы, ну, и это тоже, да, так сказать, сделало возможным, да, от слов уйти к условным обозначениям. И... Тарас, спасибо огромное. Спасибо за удивительно, конечно, богатый содержаниями и смыслами доклад. Спасибо за ответы. Мы сейчас будем переключаться на следующий заключительный доклад. Есть небольшой комментарий в чате, Тарас, вот по поводу доклада. Жанна, наверное, уже в письменном виде, если можно, вот если вы чуть-чуть, если есть возможность ответить письменно Жанну, то хорошо, мы будем передать. Спасибо большое. Мы переходим к заключительному докладу. Большое спасибо Александру, что он тоже вот согласился любезно пожертвовать своими планами, временем, потому что я попросила подключиться немножко раньше, правда, в итоге мы все-таки выдержали то время, которое и планировалось для доклада Александра. Александр с нами уже чуть больше года в нашем проекте научно-учебной лаборатории по трансцендентальной философии, которая, собственно, и является организатором вот этого мероприятия, которое мы сейчас проводим. Мы успешно общаемся, очень рады, что Александр с нами, продолжает наше сотрудничество с нами. И да, вот сегодня очередной доклад, можно сказать, целой серии тех докладов, которые уже им были сделаны по вот теме нашего сегодняшнего форума. Пожалуйста, Александр. Да, добрый вечер всем. Спасибо, кто дожил до последнего доклада. Я сейчас включу презентацию. Надеюсь, вы ее увидите. Видно? Да, видно, видно, все хорошо видно. Смотрите, изначально была обозначена тема философии и сознания. Там, я готовил один доклад, а потом, когда увидел название секции уже конкретные, знаки и смысл, решил разбить все-таки доклад на две части. Первый будет о сознании, второй о возможности представления знания, которое нам в сознании представляется как квалия. И прошу меня сразу же за это простить, но я подумал, что вторая тема, которая здесь, в принципе, прослеживается во всех докладах, будет тоже важна и, может быть, даже больше важна. Про сознание я пробегусь очень коротко, только дав вам как бы тему для размышлений. Вообще, это доклад без выводов, это доклад с вопросами, сразу же скажу. Но постановка вопроса, сами понимаете, это то, чем, собственно, философия, наверное, занимается. Поехали, значит. Имеющиеся, самые популярные, я уже докладывал один раз здесь о том, что самые популярные две теории сознания, они представляют себя когниционистские или нейронно-мотивированные, как называют, концепции. Они глобально рабочего пространства и интеграционные таноне. Они мотивированы именно, конечно, успехами нейронных сетей и нейрофизиологическими исследованиями.
МРТ в частности, и в них, в общем-то, концентрализируется то, что более интегрированная связь разных модулей, опять же, условно выделенных модулей в нейронной сети, приводит к появлению сознания. Меня эта концепция сильно не устраивает. По каким причинам? Их три, наверное. Первое, это никак, я уже говорил на семинаре одном, мы как раз про субъективность говорили, что это никак не объясняет появление субъективности. Очень трудно это представить себе, потому что если мы говорим о цифровизации, цифровом сознании, да, представим, что мы попытались это реализовать их концепцию. Мы в программировании, я занимаюсь разработкой, руковожу разработкой в частности, есть такие программы, как RabbitMQ, это такие брокеры, которые могут связывать очень быстро любые модули программ в одной среде, в одной консоли, то есть в одной программе вообще адресная память, все совсем связано, только укажи переменную или класс. Поэтому, если бы эта концепция была верна, то вот уже давно в системах таких организованных при помощи RabbitMQ возникало бы сознание. И Рэббит нам, зайчик, да, там, нам бы когда-нибудь чего-нибудь такое вдруг неожиданно сказал в ответ на наши попытки его там, изменить, например. Ну, я немножко, конечно, иронизирую, но вот при таких подходах это как-то очень легко проверяется, и непонятно, чем это может быть как бы обосновано, появление сознания вдруг из-за того, что просто все связано. Становится в какой-то определенной области, там, рабочего пространства или вообще какой-то аноним, превышение какого-то фи, то есть уровня интеграции. И третий признак, почему мне не нравится лично вот эта объяснительная теория, это тем, что сознание ассоциируется в них, никак не разделяется, даже так скажу, никак не разделяется с другими процессами, скажем, с памятью, с распознаванием, с восприятием, с воображением, с рассуждением, никак не разделяется. То есть это очень трудно представить. А на самом деле по исследованиям когнитивным это как раз один из признаков сознания, что это отдельный процесс. Потому что есть уже опыты, когда, например, там латентное научение, когда мы учимся тому, что даже не осознавали. Это что такое сознание? Очень. Я выдвигаю немножко другие аргументы, и они достаточно интересны. И буквально два аргумента скажу, и они вам помогут понять, что может быть таким сознанием, что можно считать сознанием. Есть такое понятие прайминг в психологии. До 90 миллисекунд мы какой-то стимул распознаем, но не осознаем. Если стоит немножко продлить, то этому стимулу мы распознаем. Это говорит о том, что сознание, осознание происходит после того, как происходит распознание. То есть это два разных процесса. Ну, по крайней мере, мы говорим про внешний стимул. Что происходит на втором этапе, когда мы осознаем, это вопрос дальше мы обсудим. И это достаточно легко продемонстрировать. Вы сами дома можете это попробовать. Вот есть такая программка, внизу написано Lab.js. Вы там можете сделать опыты с праймингом на экране. Слово «еда», вот, например, слева, показывается буквально там вот на 60 лучше где-нибудь миллисекунд, а потом появляется «М» с двумя пробелами «О». И вы удивитесь, что ваш, те, над кем вы будете ставить опыт, лучше не с собой, человек не должен знать, предустановка не должна быть, он будет заполнять именно в соответствии с тем, как, какой был прайминг. То есть еда или чистота. Он запомнит или мясо, или мыло запомнит. На ваш вопрос ответит. Это такой тоже немножко шуточный, но серьезный опыт, который вы можете даже провести сами. И это вам лично докажет, что распознавание и осознание – это немножко разные вещи. И второй ключевой признак сознания, о котором я тоже уже рассказывал, поэтому коротко. На самом деле у сознания есть один большой простой признак. То, что мы осознаем, мы помним. Помним и можем формировать автобиографическую память. Что значит автобиографическая? Это значит, я помню, что я прочитал. То есть я помню собственные действия. Это значит, что мне нужно знать о своих действиях и включать их в ситуации.
То есть, чтобы была книга, и я эту книгу взял. Эту ситуацию. Для того, чтобы такое было возможно, необходима модель себя. И вот на модели себя сейчас в основном все теории сознания и как бы замыкаются. Возникает вопрос, как возникает модель самого себя. И как нам удается нам и, или искусственным, как сделать в искусственных агентах, в искусственных системах возможность моделирования. А вот вопрос моделирования, он оказывается более сложным. И как раз это вопрос того, что обсуждалось сейчас на конференции, вот на этой секции, потому что это вопрос понятий, знаков и смыслов. Как раз и есть. Но немножко еще про сознание. На самом деле мы этого не замечаем, но сознание демонстрируется нами даже в тексте. Вот здесь мы видим, что я вижу дом. На самом деле это то, что распознается дом. Вижу, это наше собственное действие распознается. И мы даже себя как бы вытаскиваем перед собой. Мы говорим о себе. Вот это как раз и есть включение себя в ситуацию. Собственно говоря, оно прямо демонстрируется речью. Почему я не буду сейчас уточнять? Это так было на заре возникновения речи, о котором говорил Тарас тоже. И там тогда это так сформировалось. Фактически это выглядит так. Я знаю, что я вижу дом. Вот здесь я штрих – это то, что я себя представляю. Как это обычно, ну, вот мы себе представляем в виде гомункулуса. В принципе, в речи мы видим проявление уже картезианского театра. Потом мы уже стали это осознавать немножко иначе, как квали. Сначала было, все формировалось в речи. По некоторой гипотезе, не буду говорить, что это прям истина, но это достаточно серьезный аргумент, который надо учитывать при, скажем так, обсуждениях, что такое сознание. Еще один момент, я уже тоже о нем говорил, но, к сожалению, это пикается семинаром, если кто был на нем, то это знает уже. Почему так важно знать? Почему возникает квали, осознанное состояние, именно когда мы имеем модель? Вот здесь двойственное изображение, иллюзия. И те, кто не знает второе изображение, они его не увидят, пока я не назову второе изображение. И это важный момент, который показан, что перед нами одно и то же изображение. Вы видите его точно так же, как до того, как я вам скажу. Но вы не видите в нем чего-то. То есть эта зависимость очень большая от модели. Я скажу потом, почему еще это может быть. Скорее всего, вы, прежде всего, те, кто видит первый раз, вы видите гордое лицо индейца. Но мало кто обычно увидит, что это стоящий спиной к входу в пещеру эскимос. И вот когда я вдруг неожиданно назвал это, у вас вдруг включилась совершенно другая картинка. Примерно так же, когда мы себя включаем в ситуацию, у нас появляется осознанное состояние. Вдруг неожиданно мы видим иначе. Ну, закончили немножко по сознанию. Теперь мы поговорим о том, как возникает наше знание, как возникают модели. Ну, модели, ментализм там, или ментальные состояния, репрезентативные репрезентации вообще реального мира у нас в голове. Много названий у этого, но это все примерно об одном. И здесь два основное противостояние, которое сейчас вот на Западе основная дискуссия вокруг вычислительного теории разума, она вокруг нескольких проблем крутится. Первая из этих проблем – это ментальный против нейросетевого. Что это значит? Вообще, в самом начале, когда зарождался еще только тема искусственного интеллекта, сначала все думали, что достаточно символьных, логических операций для того, чтобы сделать искусственный интеллект. Но оказалось, что это не так. Потом в 80-х годах был расцвет нейросетевого подхода, когда сделали способ обучения обратного устранения ошибки. И потом это все усилилось появлением новых данных цифровых в интернете и мощностей больших. И сейчас мы видим расцвет нейросетевого понятия. Представление знаний. Но они совершенно по-разному себя строят. Символьные понятия, они точны. И они понятны нам, да? Вот они выглядят примерно так. Все понятно. Одно понятие Иван-Царевич, одно понятие Василиса Прекрасная, лягушка,
и мы переходим друг от них. До сих пор строятся такие теории знаний, теории разума вот в таком виде, онтологии, онтологические системы искусственного интеллекта до сих пор пытаются, или экспертные системы хотя бы пытаются делать. На это вкладываются огромные деньги. Последний проект я рассказывал год назад. ABB и Compreta получили грант Сколково 500 000 000 рублей на создание онтологии. Но там вот такая система, и мало кто понимает, что это на самом деле уже не соответствует никак тому, что лучше работает. А нейросетевая не имеет такого, вот такого представления. Оно имеет совершенно другое. Вот я показывал микроскоп, как выглядят знания, раскрашенные с веса нейронов в внутренних слоях нейронной сети, которая распознает какие-то там объекты. И для нас это совершенно непонятно. Эти знания распределены так, что мы не можем понять, что она распознает, то есть при помощи чего, вернее, она распознает, что мы понимаем, а каким образом мы не понимаем. И вот эти два подхода, они между собой спорят. А еще нам понятно, например, когда царевна лягушка, что это вот одно понятие, оно целостное, оно ментальное, нам представимо. Да? А вот это нам непонятно, как представимо, и поэтому оно непонятно, как им управлять даже. И здесь проблема, каким образом, если ментальное не равно нейросетевому распределению, но при этом нейросетевое работает лучше, чем ментальное, в чем здесь проблема? Ответа на этот вопрос нет, и вопрос до сих пор, конечно, обсуждается. Мы в компьютерных науках видим то же самое, потому что вот слева мы видим код программы, а справа машинный код, исполняемый код процессором. Ну, это не совсем правда он. Там еще один уровень есть. Это он состоит как раз из 0 единичек, которые переключают транзисторные модули. Но все равно. И вот здесь вроде бы тоже такая вот неразбериха. Слева мы понимаем, это же этот текст. Справа мы не понимаем уже совершенно. Это, правда, немножко другое, не сетевое, не распределенное, но тоже разница. Но между ними хотя бы существует компилятор, то есть одно переводится в другое. И это не одно и то же, потому что эта модель не всегда равна процессу. Модель находится над процессом, она все лишь управляет процессом, но не является им. Это тоже важное замечание, которое тоже обсуждается. Мы иногда путаем модель с исполняемым процессом. Как, например, это происходит вот здесь, да, вот слово сходив речь, она в одном месте, мы ее снимаем, какую-то активность. Когда речь это происходит, то мы как бы видим, вспыхивает в разных местах мозгу очень много зон, но какие из них отвечают за модель, какие за исполняемый процесс, понятно, что который гортань управляет, это исполняемый процесс. А где находится модель, мы не понимаем. Ну, если говорить на самом деле, то все модель, потому что даже и машинный код – это не само исполняемое действие, а тоже модель представления. И это тоже один из таких проблем. В целом, нейроконституционистский вообще подход, он гораздо сейчас, вот эти аргументы изложены, можно прочитать, но он считается сейчас уже гораздо более валидным к представлению знаний, чем символьный. Потому что у него очень-очень много преимуществ. Например, вот первый пункт даже вам скажу. Можно научить нейросеть распознавать какие-то животных, и можно там до 15% нейронных сетей связи вообще удалить, и нейросеть продолжит все равно распознавать те же самые образы, даже иногда даже лучше. Это очень схоже с человеком, потому что у людей после инсульта, даже при повреждении определенной зоны, сохраняется способность говорить, распознавать и так далее, и это очень схоже. Вот эти вот ассоциации, хотя вообще-то нейронная сеть повторяет нейронную сеть мозга чисто формально. В буквальном смысле, конечно, там ничего такого нет. Ни глии, ни тормозных нейронов, ничего такого нет. Но даже формальное повторение вдруг придает такое сходство даже в структуре. Ну и многие другие преимущества, вы можете сейчас их прочитать. Один из них – это вот отсутствие нейрона бабушки на самом деле. Никакого нейрона бабушки не существует. Вообще отдельных понятий не существует. Любое понятие, которое для нас целостно, оно представлено распределенно в нейросети, еще раз повторю, и совершенно невозможно сказать, где оно именно как бы ключевой момент ее хранится.
И это достаточно важное замечание, потому что здесь, чуть дальше скажу еще, закладывается одно из причин непонимания, несходства, вернее, ментального и нейросетевого. Нам ментально все кажется стационарным. То есть перед нами картинка стоит, вот как она есть, она перед нами прямо, ну, вы видите сейчас, и она не прыгает, не движется. Но на самом деле это большой динамический процесс, ваше видение, даже видение красного. Если стоит убрать оппозицию красного с какими-то другими цветами, то вы перестанете видеть красный. Для этого достаточно надеть красные очки, и через 10 минут вы перестанете просто замечать, что вы одели красные очки. Потому что все будет относительно красного одинаково расположено, и вы перестаете его замечать. Это очень такой интересный процесс. Но возникают вопросы. Все равно вот это, то, что я сейчас сказал, все равно непонятно, как между собой связаны символьные и ментальные и нейросетевые представления. Ведь мы представляем, даже сами себя представляем мозг, нейросетевую структуру, мы имеем ментальное представление. Это похоже на проблему сознания тела, да, но решить ее в вычислительном даже теории разума пока не удается. Проблема еще одна. Если можно тоже где-то в течение... Ускоряюсь, да. Проблема основная, мне уже близко к концу, проблема основная еще в том, что креационистские модели совершенно не подходят для рассуждений. И это вот их большая проблема. Поэтому существует очень большой второй пласт обсуждений, это аргумент системности. В чем он заключается? Вот эту картинку, я уже говорил, ребенок понимает без обучения, а нейросети приходится обучаться. То есть, зная неперевернутую машину, ребенок сразу же распознает перевернутую. А машины не может. Для этого ей надо специально учиться. И вот как это сформулирована проблема в стенсорской энциклопедии. Но если говорить немножко проще, вот любой цвет любого там предмета для нас сразу же значит, что он может любого другого цвета быть. Но нейросеть, если у нее не было в обучающей выборке, этого не знает. И вот это вот очень большой минус представления знаний в нейросетях. То есть, несмотря на все там четыре больших преимущества, она имеет вот такой важный недостаток. Это проявляется каким образом? Вот недавно Дбер сделал RU-DALL-E. Это возможность по тексту создавать картинки. Ну, такой совмещенный, когда учится нейросеть и на картинках, сопоставленных с текстами, она потихонечку научается создавать картинки по тексту. Вот здесь у меня фраза, я сегодня забил, «звезды на сцене». Вот она как-то это все изобразила. Вроде бы похоже на театр, даже на сцену. Каким-то там, видите, софиты что-то освещают вроде бы. Но вы видите, это не оформленное представление совершенно. То есть у нее нет структурированности. Она не может сделать структурированное изображение. Хотя иногда получается хорошо. Я просто хорошим вас не удивишь. Нет в этом никакой проблемы, в хорошем вернее. То структурность. Кажется, что в нейросети нет структурности. На самом деле в мозге структурность есть. Вы знаете об нейронах решетки. 2014 год, Нобелевская премия по медицине. Это нейроны, которые загораются. Это один нейрон. Это просто написано, нарисована площадь, в которой идет вот трек мыши. Она идет, и у нее один и тот же нейрон загорается через определенные расстояния, даже если она сделала больше шагов в этой комнате. У нее есть некоторая структурность внутри, на самом деле. И эта структурность... В принципе, помогает ей ориентироваться, насколько это известно. А вот то, что я сейчас как бы развиваю, удивительно, на самом деле, если посмотреть на наш текст или на математические выражения, это повторяющаяся, например, флексия глагола у нас тоже равномерно распределена по тексту. То есть у нас структурность существует и в тексте, на самом деле. То есть это такие метки, относительно которых мы можем измерять текст. То есть все-таки что-то есть, и просто нейросетевые технологии еще не дошли, не реализованы еще такие способы структурности знаний. Кроме структурности, обнаружены еще, вы знаете, нейроны места и нейроны краев, например. Это можно рассматривать как вот нейроны места – это семантическая единица, аргумент, грид – это операция и так далее. Вот уже есть по этому поводу попытки сделать общие такие вещи, когда вот одна из них работ, последний,
ну, не последних, а 18-го года, когда нейросеть учится понимать направо-налево, прямо прыгнуть, спуститься, но успехи пока достаточно скромные. Выводы. Основные выводы в том, вот из всего этого я делаю вывод, в том, что на самом деле нейросетевые концепции исходят неисправленные, нейросетевые подходы исходят неисправленной концепции. Они все равно исходят из парадигмы обработки информации, которая получается из среды. На самом деле это скорее всего, неверно, потому что есть концепции конструктивизма, и они сейчас все больше и больше поддержки получают, о том, что мы, в принципе, формируем, наоборот, некоторые схемы, наиболее подходящие для объяснения некоторых фактов в этой же, ну, как бы, в этой же модели. И вот если перейти к знаниям, даже к формированию знаний, к конструктивистскому подходу, то, мне кажется, будут гораздо больше успехи. Ну, и второе, то, что я уже упомянул, что мы путаем схемы с процессами. В результате мы не можем уловить эту разницу. Даже вот та картинка, которую сейчас вы смотрите на экран, и вы видите картинку стационарно, на самом деле это обман, это процесс. Если посмотреть в это время на Ice Tracker, то ваши глаза оббегают картинку эту постоянно, и она далеко не стабильна. А цвет вообще глаз воспринимает только не больше, чем на маленьком, вот не больше там 5 сантиметров в центре воспринимается в цвете. Все остальное воспринимается на самом деле глазом в черно-белых тонах. Колочек там нет. А вы видите в цвете. Это сгенерированная картинка, а не воспринятая, что подтверждает предыдущий тезис. У меня все. Спасибо, Александр. Спасибо огромное. Как всегда, много нового, казалось бы, действительно, совсем недавно общались, но вот прошло всего полторы недели, опять наработался беспрецедентно интересный материал. Хорошо, друзья, вопросы. Ну вот 10 минут у нас, так что если вопросы есть или комментарии, или соображения, то давайте, не затягивая их, высказывать. Ну, можно высказать просто пару таких дилетантских ассоциативных каких-то суждений, естественно, вот не будучи абсолютно вот специалистом во всем этом, у меня возникают как бы такие вот постоянные ассоциации. Первое, когда вы говорили о цветах и о том, что там красное, раз есть красный, может быть желтый, но вот если нейросеть не научить, она не узнает, я вдруг вспомнила эту знаменитую фразу Шекспира, что роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. И я подумала, что вот такая вот формула цветка, который пахнет, и который имеет цвет, а разве это вообще как бы под силам внедрить нейросети, чтобы она по запаху могла что-то определить? Но это вот в качестве просто такого ассоциативного. И второе, вот я вот второй раз слушаю ваш доклад, и у меня второй раз возникает одна и та же ассоциация, я поэтому решила, что ее уже пора высказать. Это связано с тем, когда вот сегодня показывали пропуски букв, да, и как бы только какие-то слоги и так далее. Флексия, окончание глаголов. Да, окончание глаголов. И вы в прошлый раз тоже говорили вот нечто подобное, ну, вот как бы была такая идея. Я знаете, что вспомнила? Я вспомнила школу формализма. И вот когда формалисты критиковали, ну, естественно, человеческое сознание и говорили о том, что человек перестал мыслить, потому что он схватывает, считывает как бы слова вот по первым буквам, что человек просто автоматически просто существует в этом мыслительном ряде, когда по начальным буквам он уже схватывает все слово и схватывает все предложение. То есть они воспринимали как раз вот это восприятие пропущенного, да, как недостаток сознания, не как его такую явную характеристику, а как то, что автоматизирует сознание, делает его автоматическим, а следовательно неспособным вот к глубоким смыслам, глубоким пониманиям. Тут у меня еще одна ассоциация, но это естественно, что это связано со Шкловским, и это связано, помните, со знаменитой сценой в «Анне Карениной», да, где Китти изъясняется с главным героем, с Левиным, да, и она
они пишут буковки, да, и они прекрасно понимают, что они пишут, причем поразительность была в том, что они понимали каждое слово, хотя ни одного слова не было написано. Вот я подумала, а способен ли к такой практике вот нейросеть, когда нет, по буквам она сможет понять, что я вас люблю, или когда вы сказали никогда, это было тогда, и так далее, и так далее. Ну, это, Александр, это, наверное, даже не вопросы, а просто вот мои ассоциации, которые у дилетанта возникают, когда он слушает вот такие выступления. Да? Спасибо вам большое еще раз за ваше участие. Светлана, я сразу же отвечу буквально в разной одной. Все эти ваши вопросы – это вопросы в подых нейросетевому подходу. Поэтому здесь пока мне просто нечего ответить. Спасибо. Люба, вопрос. Добрый вечер, Александр. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, а можно вот такой вопрос задать? Если вот вы упоминаете конструктивизм как подход, который мог бы дать какие-то решительные, может быть, изменения, да, в том, что вы делаете, каким-то более удачным и как бы успешным, да, результатом привести. Uh-huh. А у меня, знаете, какая мысль возникла? А вот связываем ли мы тогда сознание в чистом виде, работу сознания только с мозгом? Да? Потому что с позиции вот конструктивизма, может быть, дальше инактивизма, мы говорим про идею embodied cognition, да, и того, что на самом деле сознание, да, мы не можем увязать только с работой мозга напрямую. То есть там телесность тоже важна. Вот как-то об этом. Да, могу прокомментировать. Можете ли, да, и с позиции вот нейросети. Еще раз спасибо, было очень интересно, я очень много записала за вами. Да, я думаю, будет видео, будет возможность еще подчеркнуть что-то. Смотрите, здесь нельзя говорить, что это только мозг, конечно, потому что, например, те же чувства, возьмем эмоции, да, которые мы, или чувства, которые мы переживаем, я уже как-то упоминал, мы их познаем, ребенок их познает через ощущение тела. И без ощущения тела мы многие чувства свои там просто не знаем. Я привожу сюда пример такой банальный и простой, но поясняющий хорошо. Слово «печаль» родилось от слова «печь». И это было ощущение именно жжения, когда пекло в груди. И в русском языке, древнерусском, это все еще было именно в таком натуральном виде. Это прослежено, это есть работа. Поэтому, конечно же, это телесно воплощенное знание во многом, но все равно нельзя разделять, потому что все равно все это реализуется при помощи мозга, и именно мозг воспринимает в результате эти ощущения и кожи в том числе. То есть они как бы друг без друга, ну, как комплекс, они ничего не составляют. Поэтому инактивизм, я вам скажу сразу же, это то, что сейчас как раз для меня прям must have. Просто я пытаюсь не упоминать это как менее известное направление. Спасибо большое. Спасибо. Матур с биологией знания – это прям наше все. Матура, извиняюсь. Да, спасибо. Еще, друзья, может, вопросы или комментарии, или соображения. Вот пока кто-то думает, можно я быстренько спрошу? Вот это вот, кстати, интереснейшая мысль, она мне ведь не приходила в голову, что такой вот чувственный, ну, квалитативный, наверное, можно сказать, квалитативный отпечаток с сильной чувственной окраской языковой компетенции, скажем так, есть у человека. Но действительно, мы же все как бы в каком-то смысле даже синестетики, там, почти синестетики в языке, там, мы вот слышим, что это слово некрасивое, это там так-то звучит, это по-другому. У нас есть удивительная вот именно акустическая способность к языку. Вот, и вопрос, да, безусловно, наверное, возникает ощущение, что это никак нельзя моделировать, а вот, ну, как вот, то есть можно ли здесь, так сказать, быть спокойными, в том смысле, в котором вообще здесь можно быть спокойными, наверное, это утопия, конечно, но можно ли действительно ответственно считать, что в состав, собственно, антропоморфной, даже не то, что в состав человеческой языковой компетенции, а что в состав вообще использования языка
вот релевантного, ну, допустим, в семантическом смысле, потому что синтаксическое использование языка – это в каком-то смысле не полное использование языка, и в этом смысле не вполне использование языка, потому что, ну, релевантное использование языка – это использование его в целости некоторое, а в целости это… Можно ли действительно полагать, что для семантического измерения, это мысль, на которую ни Сёрн, никто бы то ни было еще не обратил внимания, это вот, кстати, ваша, Александр, идея, как я понимаю, что как условие возможности для именно вот включения этого семантического измерения, там должен быть квалитативный ряд обязательно. То есть смысл для того, чтобы использовать язык еще вот в этом именно смысловом, да, изводе, если угодно, у нас должна быть вот эта вот почти чувственное измерение языковое. Слова и там образы языковые должны быть отпечатаны в какой-то телесной ощутительности. Ну, это далеко не моя идея. Вот на Западе, в той теме, которая вычислительная теория разума, там такие люди, как раз как Сёрл, Чалмерс, там много активно, Деннет, соответственно, есть более такие редкие упоминания, Фодор, Пелишин, Рескрелла, много там авторов, которые как раз вот об этом пытаются и сказать. Они говорят о том, что вычислительное, что такое вычисление, это синтаксис. И вообще, в принципе, уже изначально он не может схватывать семантику. Ну, там начинают спорить, что, в принципе, как-то через синтаксис может передаваться семантика. Хорошо. Но если взять другие ряды чувственности, да, о которых вы говорите, да, другие модальности, то они вообще никак не могут, как Светлана сказала про запах розы, они вообще пока не представляются. Технически, в принципе, можно привести машину, которая распознает запахи, переводит в цифру, и все, поехало опять в нейронную сеть. Теоретически можно, но будет ли она, для нее это значит именно запахи, мы не знаем. А что для нас значит запахи, мы тоже не знаем. На самом деле, вот это как раз не стыкуется. Мы не понимаем, что для машины это запахи, и что для нас запахи. И это никак, вот в этой проблеме, о которой говорил, нейросетевое и ментальное, оно и проявляется. Я скажу так, что все, что сейчас я рассказываю, это не попытка создать чего-то, да? Это попытка испытать пределы. Насколько, мы когда-то, помните, с вами говорили, насколько мы люди, мы можем испытать, пытаясь себя повторить в машине. И вот это основной такой, может быть, сказать, пафос всех этих исследований. Я уже говорил, что, скорее всего, может быть, а может не быть, но, скорее всего, вот как раз при этом мы поймем в итоге, а что именно есть человеческое, которая неповторима. Все равно вообще считает, что мы вообще биологические существа, из-за этого, из-за того, что мы биологические существа, там есть что-то, что никогда в машине не повторимо. Он, естественно, давно это уже утверждает, с 70-х годов. Но одно дело утверждать, другое дело испытывать. Да, Александр, спасибо. Знаете, я крошечное уточнение, прошу прощения, с кого-то время отнимаю. Я вообще-то имела это, да, с этим я тоже, безусловно, соглашаюсь, но это действительно описано в литературе. Мне показалось, что еще другой момент, как бы вот вы выделили. Дело не в том, что за, ну, скажем, пределом значения является конкретный чувственный, там, вода мокрая, это там, вот те серии текстов про китайского робота уже, да, как раз про это, что такое мокрое, нужно там пойти окунуться в воду. Я не про это, я чисто про лингвистическую ситуацию, то есть в таком, знаете, сусюрианском смысле, который заключает в скобки экстралингвистическую действительность, там неважно, есть ли там вещи, в том числе и для человека, да, неважно, значит, нюхал ли он когда-то розу или окунался ли он в воду, речь идет о том, что, возможно, для человека есть квалия самих слов. Ну вот, носителей языка, понимаете? Вот, например, когда вы сказали, Светлане Мушеловне откомментировали ее одну фразу, что, ну, первую ее реплику, что вы там этой своей репликой дали подых. Я вдруг почему-то подумала, не знаю, почему мне пришло это в голову, честное слово, что вот вы могли бы тысячу разных других способов сказать, да, вы могли бы, например, сказать, что этим своим вопросом вы дали этим там, исследователям по башке. Но вот
вам же не надо объяснять, что тот выбор лингвистический, который вы сделали, он более изящный, он более элегантный, он более академичный. Что это? Вот на что ориентируется человек в своей языковой интуиции, которая быстро очень формируется, да, там, ну, там, в той мере, в которой пятилетние дети или семилетние не вполне еще состоявшиеся носители языка, но уже без пяти минут носители, но как только мы вполне становимся носителями языка, какого-то естественного языка, у нас включается вот эта поразительная интуиция, чувство языка, то, что называется, да, лингвистами, чувство языка. Вот, вот этот момент, как его запрограммировать в машине, вот тут уж... Диана, я рассказывал как раз о GPT-3, и сейчас есть более серьезные модели. Джума там создал... владельца Alibaba создал с параметрами 10 триллионов параметров на китайском языке и на английском, и еще там, по-моему, около 100 языков. Эти машины чисто лингвистически говорят прекрасно. И иногда говорят очень красиво. И прям проявляются наши видения, интуицию. Побеседуйте, есть в Телеграме бот, сейчас могу посмотреть, как называется, написать, если надо. Бот сделал русский GPT, сделал Сбербанк. Я демонстрировал здесь, по-моему, несколько раз, я с ним разговаривал о смыслах. Вполне вразумительный разговор получается с некоторой вероятностью. И она говорит глупости и выдает себя. Но вот в чисто лингвистическом аспекте, когда в скобки, как вы говорите, поставить, да, машина справляется прекрасно. Она не справляется, когда за скобками что-то возникает. Вот понимаете, почему она сейчас не справилась, Ру Дали, который показывает, почему она не справилась со звездами на сцене? На сцене, потому что это очень метафоричное выражение, и его надо понимать вне самих слов. И только тогда было бы что-то четкое. Хотя она где-то там, что-то такая вспышка вверх, это что-то, видимо, от звезды было, а темная фигура внизу, это было что-то от сцены. Она вот это как смешала, но очень глупо. Поэтому все это находится за скобками, это мое мнение. Но вопрос, что такое квалия слов, вот это неожиданный вопрос. Вот у него есть смысл попробовать поотвечать. Это интересно само по себе. Угу. Наверное, это смысл слов и есть, квали слов, но надо подумать. Угу. Спасибо огромное. Да, спасибо, Александр. Ну, у нас еще будут поводы думать. Так, коллеги, ну мы, по идее, должны двигаться к финалу, но тем не менее у нас есть шанс еще, может быть, какой-то вопрос, если у кого-то очень большое желание. А так, наверное, все действительно очень устали. Но мы очень плодотворно поработали. Я считаю, мы можем быть довольны друг другом. Я благодарна всем сейчас здесь присутствующим, всем, кто ушел. Я тоже им вдогонку благодарна, кто все-таки не смог весь этот марафон. Все-таки сегодня рабочий день, и кто-то отвлекался, уходил со своих каких-то прочих обязательств. Поэтому мы благодарны тем, кто уже ушел. Вот, спасибо всем. Мы, наверное, в этом году из таких больших масштабных мероприятий это самое заключительное, да, насколько я понимаю. И, кажется, у нас вообще пока вот и в течение декабря, ну, может быть, какие-то несколько... Мы хотели один семинар провести еще. Да, у нас да. есть мероприятия в декабре, но они уже будут семинарные, да. Да, да, они такие масштабные. Поэтому призываю все-таки продолжать следить за нашими анонсами. А так, всем большое спасибо, хорошего остатка вечера. Спасибо еще раз огромное, Любовь. Отлично. У вас уже ночь, поэтому спокойной ночи вам. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Да, два слова. Да, огромное спасибо нашим вот иркутским друзьям, которые столько просидели. Это, безусловно, ну, как говорил герой «Обыкновенного чуда», да, я каждый день хожу на работу, ну, что-то героическое в этом есть. Поэтому огромное спасибо вам за то, что вы так героически высидели. Я подумала, что вот все-таки вот оно преимущество онлайна, да, но мы смогли высидеть. А личные очные встречи, наверное, никто бы столько, 8 часов мы сидим, 8 часов мы проводим сейчас этот форум. Вот, я очень хочу поблагодарить, ну, тех, кто уже выжил и остался, наших стажеров, которые и организовывали, и оказались сами очень организованными, присутствуют сейчас, и те, кто ушли, и Татьяну Мясникову, которая была ответственным секретарем. Вот, поблагодарить тех, кто, пусть даже и аватаркой, но присутствует здесь
с начала и до конца. Это тоже просто ну, маленький подвиг. Спасибо всем огромное. Я хочу маленькую информацию, да, еще раз, Настя, Аня здесь, пожалуйста, мне к завтраму отчеты, иначе мы просто не успеваем. Вот, действительно, ну, тех, кого мы не увидим, коллеги, с наступающими праздниками, потому что, ну, вот у меня ощущение, что у нас какой-то перманентный предновогодний какое-то состояние, ну, наверное, потому что мы дико устаем постоянно, и нам, и вот это вот тоже, да, вот могут ли нейронные сети мечтать о Новом годе бесконечно, вот, вот в режиме рабочего времени, а мы, видите, мы можем, и это позволяет нам выживать. Просто это позволяет нам выживать. А они уже бы давно задымились, я так думаю, если бы, как мы, работали, не покладая рук, что называется. Вот, так что всех с наступающими какими-то праздниками, кого мы не увидим, коллег. У вас, наверное, уже холодно, да, в Иркутске зима какая-нибудь, да? Вообще, у нас удивительным образом сегодня, вы не поверите, было плюс 4, и резко начало прям ветер, и нам обещают серьезные холода, но что нам удивляться в Сибири в декабре, чтобы не было холодов, мы их, конечно, с нетерпением ждем, хотя осень была щадящая. Спасибо еще раз огромное, можно сказать, за возможность, которую, конечно, вы предоставляете, я вот счастливый участник второго мероприятия в этом году, это уникальная возможность видеть коллег и единомышленников, подпитываться, вдохновляться и иметь стимул для дальнейшего движения. Спасибо огромное, несмотря на то, что вы говорите об усталости, но, если честно, я не знаю, лично за себя никто здесь не высиживал, это было все так интересно, что, я не знаю, я просто устала записывать за коллегами. Спасибо огромное, спасибо. Да, за спасибо то, что вы это всем делаете. Доброго вечера, и будем рады любому вашему, в любом формате присутствию в нашей лаборатории. До свидания, всего доброго. Всего доброго. Продолжаем сотрудничать. Всем доброго вечера. До свидания.